Блять, уже какой-то чел с серьезным ебалом сидел такой, так, каким, блять, мемом у меня ассоциируется песня из Майнкрафта? Юра. Юра, не задыхайся. Срочно, срочно доктора Юри. Уровень нахрюка максимальный. Зрада неизбежна. Флаг шестой. Understandable, блять, хармонайзер. Секс для пидоров. Отличная озвучка. Опа, Юра, я тебе советовал раньше убить, чем он проби... Ну или так. Его идеи совершенно гениальны. Это просто гений. Гений своего времени. Это, блядь, вот этот видос, который я терпеть не могу, где собака от бочки пива. Я не знаю, я не уловимая бочка с пивом, мне вообще похер. Понял. Это вот этот вот мем. Ты не умрешь, блядь. Так вот, не умер же. Рисовка милая. Да. Типа, уйти бы ты не смогла достать еле там на носочке. Вот вам чашечка. Такая чиби мелкая бегает. Она реально волшебница, ты посмотри, она картошку воздухом чистит. Это грибы. А, это грибы? Я просто старый пень уже не вижу. Она же изначально корзинку с грибами держала. А я не обратил что-то. Что это? Ну вот. Опа! А что? А шо? Шо с лицом? Забуксовал, блядь. Я забыл переобуть резину. Че-то ты охуел, по-моему, немножко, блядь. А по-моему ты. А по-моему тебе пиздишь. Вы чё, блядь? Пизда, крипы, цикам, блядь, и Юра, нахуй, стали вредные. Самое забавное, что Юра пассивку апает против ЦК, она абсолютно нахуй бесполезна. Так точно. Так точно. Ой, блядь. Блядь, не хочется. Ой-ой, нет. Нет, Артём. Чуть-чуть не успел. Илья, батюшки. Какого дьявола ты здесь шумишь? А что, у него типа нельзя шуметь дома или что? Бабушка, наверное, помню. Может, бабушка или на кровати спит, а что? Какое морщинистое одеяло получается. Блять. Сразу видно, Лихон зиму любит. А Лихон-то смеяться не может, он сидит там, задыхается вообще. Он там нахуй красный, как, блядь, хуй знает, что сейчас лопнет нахуй просто от перегрузки, блядь. Глаза из орбит вылетят.